Бывший руководитель аппарата Думы Сургута Руслан Васильев осужден. Городской суд признал его виновным по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Приговор – 3 года колонии общего режима и штраф 250 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд в ноябре прошлого года. Как установило следствие, Васильев запросил у столичного бизнесмена 120 тысяч евро за помощь в приобретении Сургутского агентства воздушных сообщений, которое принадлежит администрации города. Васильев обещал обеспечить положительное решение Думы о включении пакета акций в план приватизации с возможностью последующего выкупа здания. О сделке стало известно подразделению ФСБ в Сургуте. Васильева задержали в Москве с деньгами. Отметим, что решение о включении агентства воздушных сообщений в план приватизации было принято Думой без вмешательства Васильева.